Привет всем! Здравствуйте, девочки, мальчики, подписчики моего канала. Пообещала снять. Машина, конечно, не очень еще разработалась. Но для первых рядов можно попробовать. Ниточку вставляем. Вот у нас такой нитинатяжитель. Сюда вставляем. Сюда, сюда, сюда. И привязываю к машине. Можно, у кого, например, нету, у меня на той, на старой машине такого отверстия нету. Но у меня крепление к столу. Здесь вот к этому креплению это можно ниточку. Крючочек такой. Да. Вставляем, закрываем. Через иглу выводим в рабочее положение нужное количество. Так, сейчас. Нужное количество игл. У каждого свой размер. Так вот. Выкручиваем счетчик до нуля. О, счетчик плотности. Это для плотности рядов у нас. Одним движением делаем, например, вот до нуля вытянули. Одним движением до нужной плотности поворачиваем рычаг. А вот так вот, например, до нужной плотности. Не крутится, это неправильно. Надо вот именно плавно вот так раз до нужной плотности ставить. Так, ниточку мы вставили, делаем первый ряд, вешаем отвесную крепеночку. Так вот. Так и вот так. Выводим остальные иголочки в рабочее положение. Делаем второй ряд. Так, вешаем отвесы. Вот такие они отвесики по бокам на машину вешаются. На первую и на последнюю иголочку. И вяжем. Так вяжем, так и не все одела. Отвесики переставляем обязательно. Ну, у меня переставляю через каждых 8 провязанных рядов таким макаром на первую, на последнюю. На этой машине можно и побольше рядов вязать, через 10, через 12. У меня вот такой счетчик узор 3. Его настраиваешь, и он тебе будет пищать, через какое количество рядов тебе нужно перевешать отвесики. Ну, вот такой у нас видеоурок получился.